На днях федеральные СМИ сообщили, что национальная программа по онкологии не будет продлена в 2015 году, так как, по мнению Минздрава, выполнила свои цели. Как сообщает «Коммерсант», программа действовала в большинстве субъектов федерации, и за 5 лет по ней из федерального бюджета регионам было выделено почти 50 миллиардов рублей. На эти деньги, в частности, приобреталось современное оборудование. Как нам сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, на темпах строительства нового хирургического корпуса онкодиспансера во Владимире сворачивание программы никак не скажется. Сейчас здание уже достроено, в нем идут отделочные работы, потом будет устанавливаться оборудование. Как и планировалось, корпус должен открыться в следующем году, в крайнем случае в 2016.